почему часы Rolex такие дорогие? Возможно, часы Rolex не самые древние и не самые огромные в мире, но то, что они одни из самых дорогих, это точно. Так, в 2017 году на аукционе в Нью-Йорке модель Rolex Paul Newman была продана за баснословные деньги – 17 752 500 долларов. И пусть на стоимость именно этих часов существенно повлиял тот факт, что когда-то они принадлежали знаменитому актеру Полу Ньюману, но все же пока остальные часы банально показывают время, часы Rolex показывают, что вы состоятельный человек. Итак, почему же Rolex такие дорогие? Для изготовления часов Rolex используются дорогостоящие материалы, в том числе и уникальный тип стали 904L. Он более устойчив к коррозии, тяжелее, чем другие сорта стали, идеально полируется, но и дороже в обработке. Компания Rolex содержит несколько собственных научных лабораторий для разработки новых часовых механизмов, материалов, смазок. Все часы Rolex, от механизма и установки стрелок до браслета, собираются исключительно вручную. Хотя Rolex использует высокотехнологичную автоматизацию для некоторых работ. Например, чтобы получить со склада деталь, мастер-часовщик вносит ее номер в систему и через 5-8 минут забирает ее с конвейера. Все золото и платину для часов компания Rolex плавит в печах собственного литейного завода. А каждый алмаз или другой драгоценный камень в часах Rolex проверен на подлинность, прозрачность, цвет и вставлен вручную. На обеспечение безопасности, в том числе и интеллектуальной, компания тратит миллионы, поэтому даже имея оригинал часов в своих руках, конкуренты не могут их скопировать. Так, на рабочем месте сборщика часов предусмотрен двойной контроль, электронный бейдж и отпечатки пальцев. Для транспортировки деталей часов используются автомобили с усиленной тяжелой броней, а маршрут их движения засекречен. Для готовых часов предусмотрена дорогостоящая многоуровневая система тестирования на брак, в том числе проверка на надежность и износ в специальной стресс-лаборатории. Все часы проходят тщательную проверку на водонепроницаемость под давлением воздуха в специальной камере. А тестирование часов для дайвинга проводится в специальном резервуаре, где в течение часа поддерживается давление, эквивалентное давлению на глубине 12 тысяч метров. Процесс производства одних часов Rolex занимает около года. Но благодаря такой тщательной работе они работают и на вершине мира, и на дне океана. При первом покорении Эвереста в 1953 году на запястье у каждого участника экспедиции были именно часы Rolex, которые все так же точно показывали время на высоте 8848 метров. А часы Rolex, прикрепленные снаружи исследовательской подлодки США, отлично работали при экстремальном давлении на глубине 10 911 метров. Хотите отличить настоящий Rolex от подделки? Ударьте часы со всей силы о бетонный пол магазина. Продавец накричал на вас? Значит, это копия. Продавец умер на месте от разрыва сердца? Поздравляем, значит, вы пытались разбить настоящие дорогие Rolex. А кто из вас стал бы носить китайские подделки известных мировых брендов, чтобы удивить окружающих людей? Напишите нам в комментариях и обязательно подпишитесь на оригинальный канал Lifestyle.